Всем привет! Меня зовут Даша, и мои друзья подбили меня записать это видео. Если вы сейчас смотрите, как я здесь пытаюсь говорить без волнительного заикания, значит, у меня получилось. До недавнего времени Ольга Громыко была единственным моим любимым автором, который пишет женское фэнтези. Но в сентябре этого года ко мне попала первая книга из цикла «Королевская кровь» автора Ирины Котовой. Мне настолько понравилось, что я не успокоилась, пока не прочитала последнее обновление на сам издате, где автор выкладывает уже пятую книгу. В бумажном же варианте сейчас доступны две книги, которые вышли в издательстве АСТ в рамках серии «Другие миры». Главными персонажами, по сути, являются шесть сестер из королевской семьи, которые выжили во время переворота. Им приходится начинать новую жизнь и скрываться. Но в какой-то момент правящая верхушка понимает, что нужно возвращать сестер и монархию обратно, иначе всей стране будет очень-очень плохо. Явный плюс книги, на мой взгляд, в том, что у каждого персонажа есть, по сути, своя сюжетная ветка. Мы проследим за всеми сестрами, за их друзьями, родственниками, за главами соседних государств, за агентами службы безопасности, и у каждого персонажа в своей ветке есть кусочек пазла, с которого собирается огромная картина. Все персонажи у Ирины Котовой очень человечные, они обладают своими достоинствами и недостатками, они умеют совершать подвиги и ошибки. Я абсолютно уверена, что у вас по мере прочтения появятся как любимчики, так и те персонажи, которых вам хочется задушить собственными руками. При этом Ирине Котовой удается уделить огромное внимание и любовным приключениям, и политическим интригам, юмору, экшену и загадкам. В книге очень много деталей, которые делают картинку ярче, красочнее и достовернее. Здесь подкупает также то, что мир, который создала Ирина Котова, сочетает в себе очень гармонично технический прогресс и магию. Несмотря на обилие персонажей, деталей и сюжетных веток, у Ирины вышел очень легкий текст, через который не нужно продираться. При этом, если вы любитель историй, которые длятся несколько томов, это, несомненно, ваш вариант. Я почему-то абсолютно уверена, что если вы начнете читать эти книги, вы не сможете от них оторваться точно так же, как и я. Под видео я оставлю ссылочку на группу Ирины Котовой, где вы сможете найти информацию по всем ее книгам. И вот теперь я, пожалуй, закругляюсь, потому что устала бояться своей камеры. С вами была Даша, и я очень надеюсь, что мне хватит смелости записать второе видео. Так что приятного чтения! Пока!